Добрый день, уважаемые телезрители! Мы ведем наш маленький репортаж от торгового центра «Кэмп». Все вы знаете, что настоящие автомобилисты и автолюбители должны исполнять правила дорожного движения. Ну и, как положено, некоторые исполняют. Но есть так называемые бедрилки и подбедрильники, которым реально положить пес день на правила дорожного движения. И вот один подбедрильничек поставил свое ведерко прям по пешеходному переходу. Вот я ему говорю: ну переставьте. Нет, типа, ничего страшного. Говорит, свое место уступи. Говорю, давайте уступлю, переставь. Нет, взял и ушел. Вот такой подбедрильничек у нас около кэмпа. Запомните номер бедрилки.